Привет! Сегодня я расскажу и покажу, как подтверждать, добавлять место карте, подтверждать право собственности на это место. Для примера возьмем один бар, попробуем его подтвердить. Это можно сделать несколькими способами. Первый способ – это открыть карту Google, найти это место в поиске. Или же, если оно есть и отображается на карте, мы можем нажать на это, на эту иконку, на название. И мы увидим слева картинку, которая отображает данные про это место, название, сайт, телефон, время работы. Есть возможность предложить исправление. Управляется такая кнопочка вариант подтверждения. Я владелец компании. То есть нажимая эту кнопку, мы можем начать процедуру подтверждения. Второй вариант — это зайти на сайт business.google.com и там добавить наше заведение. Здесь есть два способа. Первый — это если это заведение вообще не существует на картах. Тогда мы вводим данные, и нам будет предложено полностью добавить его на карту. Если же мы ищем и знаем, что оно уже есть на картах, мы можем его найти. Как только мы его нашли, если это наше заведение, те же самые контактные данные, как и здесь, и мы нажимаем «Подтвердить нашу компанию». Здесь надо согласиться с условиями использования и нажимаем «Продолжить». Дальше происходит создание страницы и подтверждение данных. Будут предложены варианты, как это можно сделать. Это же мы можем сделать из карт, но все равно нас перебросит на страницу сервиса Google My Business. Вот что у нас написано. У нас есть вариант подтверждения только по почте. То есть вариант по телефону в данном случае отсутствует, так как место может быть недостаточно имеет контактных данных. И мы вносим контактные данные нашего контактного лица. И мы запрашиваем, нажимаем кнопку «Выслать письмо», проверяем этот адрес и нажимаем кнопку «Отправить письмо». Письмо придет по адресу места, оно должно прийти в течение 2 недель, и код, который будет в этом сообщении, будет действителен 30 дней. Нам надо это сделать в течение ближайших месяца, не больше. Нажимаем кнопку «Продолжить». Дальше мы сможем добавить информацию, мы можем делиться новостями, отвечать на отзывы и давать данные о том, как они представлены в сервисах Google, на картах, в поиске, Google+. И вот создана наша страничка. Наша страничка с информацией, той, которая была заполнена. И здесь уже появляется возможность добавлять фотографии, добавлять описание. Здесь уже сразу будут настройки статистики. И сейчас заполнено у нас 70% профиля. Надо будет добавить желательно фотографии. Фотографии.
адреса и профиля нашего заведения. Вот, таким образом происходит подтверждение. Запрос будет оставаться сверху, и мы знаем, когда мы его запросили, и здесь же мы будем вводить его, подтверждать данные нашей карты. Таким образом добавляется на карту и подтверждается право собственности любого места, которое может быть там расположено. Спасибо. Если будут вопросы, обращайтесь.